Компания Refarma только что начала работать, можем сказать. Мы занимаемся автоматизацией аптеки. Не автоматизация как софтвер, но автоматизация, комплексная автоматизация. Да? Наше оборудование позволяет полностью автоматизировать все процессы по манипуляции лекарственных препаратов. И с прием товара, размещение товара, выдача товара. Да? Благодаря нашему оборудованию аптеки не должны больше заниматься всей этой рутиной ручной работы, которые сейчас занимаются. Да? Совершенно новое оборудование, такое отсутствует на российском. Да, в России такое оборудование нет. Только были пару случаев, когда в России покупали диспенсеры. Но это совсем довольно простое оборудование. В нашем случае, которое позволяет, это оборудование позволяет только выдачу автоматизировать. Наше оборудование, как я сказал, позволяет полностью, да, все автоматизировать. В аптеках получили товар, им достаточно перевернуть эту коробку с доставкой на конвейере. И сразу сам наш роботизированный склад будет все складировать, размещать. Да, будем знать реального времени, какой у нас сток, рок, у нас все. Что вы ожидаете от выставки аптека? Вот, на выставке аптека как раз мы представим нашу компанию, все трех главных видов системы автоматизации, которые у нас есть. И надеемся, что это может быть для нас это толчок, да, если так сказать на русском, чтобы начинать работать в российском рынке.